Еще на нескольких ярославских улицах появился новый асфальт. Работы ведутся в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Всего планируется привести в порядок почти 50 тысяч километров дорожного покрытия. Специалисты оценили качество дорожных работ на нескольких улицах в Ярославле. Вместе с ними работал наш корреспондент Георгий Колчин. Он рассказал нам по телефону, как проходит приемка и есть ли замечания у комиссии. Я сейчас в комиссии проверяю качество дорог на нескольких дорогах Ярославля. Ну и начну, наверное, с приятной новости. На улице Терешковой асфальт наконец-то стал ровным. Местные жители даже сравнивают его с бильярдным столом. А в этом убедились и специалисты. Специальную комиссию возглавляет заместитель председателя областного правительства Виталий Ткаченко. Специалисты осмотрели и саму проезжую часть, и газоны, и, как мне показалось, остались удовлетворены проведенными работами. Общественники, которые присутствуют вот на этом инспектировании улицы Терешкова в Ярославле, они лишь обратили внимание на то, что у одного из дворов, на въезде в один из дворов, есть небольшая лужа. Все обещали устранить. А сейчас я вот с комиссией перемещаюсь плавно по другим улицам. Мы сейчас на улице Наумова в Ярославле, где тоже был уложен новый асфальт. О приемке новых дорог в Ярославле по телефону рассказал Георгий Колчин.